Сотрудники Люберецкого отдела полиции по экономической безопасности задержали по подозрению в сбыте поддельных денег 28-летнего местного жителя. На одном из сайтов он подыскал себе мобильный телефон и поехал его покупать, но оплатить покупку он решил фальшивой купюрой. Позже продавец заподозрила, что купюра поддельная, и обратилась в полицию. Экспертиза подтвердила этот факт. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого. В ходе обыска полицейскими обнаружен и изъят приобретенный телефон. Его вернули потерпевший. А злоумышленник пояснил, что фальшивые денежные купюры он тоже купил по объявлению на одном из сайтов. По данному факту возбуждено уголовное дело.